Всем привет! Угадайте, куда я иду. В общем, не смогла я успокоиться. На улице дождик мелкий, уже сутки у нас. И я решила пойти пособирать грибов. И возьму вас. Потому что мне пишете в личку и сделала, покажи, как ты грибы собираешь. Сейчас я покажу. Я пришла с работы, потом на почту, в общем, ко всяким делам поехала. Написано, через час ливневый дождь. Но я дождя не боюсь, так как я... Гляньте, это шиповник уже. Скоро можно собирать. Но так как я морж, несколько лет занималась трейловым бегом в лесу. Поэтому я бегала по пересеченной местности. В любую погоду, зимой, летом, и в дождь, и в ливень. Заболеть я не боюсь. Ну, конечно, если пить, трошки неприятно. Ну, и все. Я не боюсь погодных катаклизмов. Дивіться, как красиво тут. Я знаю свои грибные места, о которых я все равно даже в лесу есть мусорные эти баки. И везде таблички. Ну, это, конечно, не лес, парк, парковая зона. Я вам трошки боюсь маньяков. Ну, а шо, як нападе. Вон, бачите, вот такие грибы, это, наверное, поганки. Я не знаю, что это за грибы, честно. Есть вот такие грибы, я тоже не знаю их. Это, наверное, не поганки, но я не знаю, что это за грибы. Поэтому рвать их я не буду. Я знаю подосиновики. Вот какие-то грибы. Богато повылазило. Интересно, что-то... Ну, те, что я не знаю, я не рву. Потом гляньте, что тут щеповно все. Малинка. Дождик, конечно, накрапывает гарный. Так, ну це тут ще нет подосиновика. Вот это, девочка, белый гриб. Ё-моё, как мне повезло. Ну я надеюсь, что это белый. Я надеюсь, что это белый гриб. Ой, червивый внутрь. Нет, это не белый. Бачите, червивый. Короче, який я не знаю, я рвать не буду. Сказала белый гриб, а воно не белый. Бляха-муха. Ладно, иду на свое место грибное. Я ці не знаю грибы. Так, что это у нас за грибы? Вот видите, знаете, что я белые все, что я подосиновики только собираю? Я уже казала, потому что их невозможно ни с чем спутать. Ну, в них немає ложных подосиновиков. Ложных подосиновиков нету. А белых грибов полно. А у белых грибов полно ложных. Куча. Поэтому я боюсь. Вот бачите, думала, то белый, а то не белый. А то поганка. Сейчас пойду на свое грибное место. Там их сухое место было много. А сейчас подождила. Дождик прошел. Влага. Я представляю, сколько там. А может и нема. Может, и зря поехала. Дождь, конечно, еще радует, что никто их не забирает. Так, а что это? Вот тут, по идее, тоже должны быть подосиновики. Вот. Бачите? Должна быть, я вам сейчас расскажу.
Осины должны быть для подосиновика. Вот такие. Бачите? И не сильно влажно. То есть, не такая прямо. Вот тут не будет их. Бачите, тут трава высокая. Надо, чтобы были подосиновики, но не сильно, ой, осины, но не сильно жарко там. Не прям, что прям жара. И не сильно влажно. Прям если будет сильно-сильно влажно и высокая трава, их там не будет. А они будут, где трава пониже, где иногда солнышко светит. Так, это я чутьем чую. Примерно вот так и должно. Бачите, не сильно такая трава, чтобы была. Десь отут должны быть они. Вот так, бачите, яке? Трава. В таких вот местах. Ну, щось нема. Так, вот он. Вот он, мой красавец. Первых два. Бачите? Сейчас мы их положим. Первых два нашла. Класс. Так, если два есть, значит, еще здесь должно быть. Так, ну нет, нету. Так, шукаем дальше. Кто стрит с ножом, скажет. Маньячка. Он якось грибок. Но я не знаю, что это за гриб, поэтому рвать его я не буду. А пойду. Дождь уже припускается. Надо мне успеть за час. Написано, через час ливень. Ну ничего, я не боюсь дождя. Так, грибочки, грибки, грибки, грибочки, где вы? Так, нема. Нема. Ну, намочи так намочи, не боюсь. Зато грибів насобирали. Так. Грибочки, грибочки. Где вы, грибочки? От дивіться, який це якась поганка. Я не знаю, що це за гриб. Може, вони сідобні, як спеціалісти є. Так, по ідеї, тут повинні бути. Вон, який красивий, але це не подосиновик. Це, мабуть, маслята, ребята. А, поганки якісь. Бачите, поганки. А може, ні? Ну, не знаю, може, лисички якісь. Я не розумію. Мене навчили... подосиновики, подберезовики белые. Но сказали, у белых много очень может быть ложных. Так. Людей нема. Одна Алла чеканута лаза по дождю. Ну там вот, где я нашла полянку, там было дуже багато, дуже, коли була суха погода. А сейчас сутки дождик. И такая идеальная погода для этих. Для грибов. Мне кажется, сейчас просто, ну, як моє чутьё грибное подсказывает, что сейчас идеальная погодка для грибков. Так, сколько я... Конечно, как тут обычно люди, велосипедисты и бегуны, никого нема, знаете, трошки страшновато. Боюсь маньяков. Так. Ну, где ж вы, грибки?
Неужели это закончились? Так. Шотца у нас подосиновик. Да. Опа. Вот такие. Подосиновичек. Вон. Нет, нашла я свою полянку. Я нашла свое местечко. Глянь ты, сколько их тут. Вот он. Вот он. Вот он. Ах, вы ж мои хорошие, вы меня ждали. Холёси мои. Прям точно. Это еще подосиновики, падла. Растут там, да, шиповники. А потом занозы, я их не замечала. А потом они у меня повоспалялись. Я их заметила. Ой, смотрите. Класс. Так. Сейчас еще подымемся. Сейчас положу их в рюкзачок. Шиповника баба-то. Да и она. А! Напоролась на ветку, гляй-ка. Я люблю природу. Хотя я никогда не хотела бы жить в деревне. Честно, я ее ненавижу. Вот я, мне вот с Эдмонта нравится, что, знаете, город вместе с деревней. Как бы тут же тебе город, и тут же тебе деревня. Так. То ли я не на то место пришла, то ли... То ли их немає. По-моему, на «ты». Вот еще. Вот они. На «ты», наверное. Вот они. Мои хорошие. Вот. Опа! Раз. Два. Три. Положила рюкзак и шукаю. Вы бачите вот такие грибы? Можно положить рюкзак и не заметить. Я иногда по три раза прохожу в одном месте и ничего не замечаю. Так. Где они? Вот он вылез. Шиповники. Опа. Иди ко мне. Вот он, подосиновичек. Угу. Заховалась. Вот это на этой полянке много грибков. Так, это какой-то гриб, но я не знаю, что это. Это не подосиновик. Точно. Так, комары сначала не кусают. А потом они каким-то нюхом узнают человека и начинают слетаться. Оно. Ну, мне вообще комары... Как мне повезло, че не знаю, ну, меня не особо не кусают. Кусают, конечно, и неприятно. Так, вот, зараза, вылез. Откуда ты вылез? Где твоя ножка? Вот он. Кусают, конечно, неприятно. Но так как мою малу, что она прям до крови расчухивает, не, она просто укусы, укусы, укусы и все. Покусают и все. Так, ну что, пособирала. По-моему, дальше еще там есть такое грибное местечко. Так, дождик, подожди. Подожди, дождик. Дощик, дощик, припусти, дай на наші капусти. Так. Тут нема. Я глубоко сильно, знаете, боюсь заходить, я боюсь змей. Хоть я прочитала, что тут змей особо нету.
Ну, мало ли, гадюка эта. Вкусная и пипец. Язык плохой. Пока дозвонюсь и умру. Так, немає. Тут сильно, видите, уже пошла высокая трава. Нет. По-моему, я пропустила место. Сейчас вернусь взад. Вернусь я сейчас. Так, вот тут. Нет, тут нема. Так. Людей нема, страшно. Так, как насчет вот тут? Так. А тут еще были, помню. Грибочки. Так, 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 так. Начался дождик, как и предвещали, в 6 часов. Шось у меня такое ощущение, что тут до меня кто-то прошелся. Сегодня или вчера. Тут столько было грибов, я насобирала 8 килограмм. Они должны вылезти. Грибы быстро растут. Нема. Вот тут на этом склоне было прям куча их. Нема. Це китайцы. 100%. Ну-ка, сейчас повыше полезу. 100% китайцы. Я как собирала, встречала их, и они все, о, грибы, грибы, цокают. Нема. Вон якась поганка. Вон один нашла. Тут на этой вот этой пригорке столько их было. Вон нашла только один. О, вообще начался ливень. Там он такой черный. Ну вроде прошла боком. Я так испугалась. Тут еще такие молнии, зараза, страшные. В общем, собрала не столько, сколько я хотела. Ну ладно. Хотела еще в одно место зайти. Уже не пойду. Ну, ливень прям. Алла говорит, ты сумасшедшая. Дождь, а ты пошла. О, слушайте. Ой, надо до машины моей 500 метров еще. Но, ну, заболеть я не боюсь. Как бы я же занималась трейловым бегом в любую погоду, и зимой, и в ливень, и в слякоть весной. В общем, заболеть я не боюсь. А я боюсь вот молнии, немножко боюсь. Раньше, пока я не была в Канаде, я вообще не боялась молнии. Ну, как бы, знаете, какие молнии у нас и гроза, и какие здесь.
У нас не молния, я их никогда не боялась. Но здесь я громыхне. Во-первых, тут шаровые они без конца херячат. Вы бачили, какие. Это просто звездец. И такие молнии, разряды, что кажется, от неба и до земли, и в деревья часто попадают. Короче, наверное, и так громыт, что аж уши закладывают. И тут часто у нас в Украине, я была почти во всей Украине, у нас таких молний нема, честно, и грозы. Так, теперь как бы не заблудиться мне. У нас таких нема молний. По-моему, я опять не туда пошла. Вот этот поворот меня сбивает с толку всегда. Подорожники. Поэтому, да, не туда завернула. Поэтому боюсь молнии тут. Хотя дома никогда не боялась. Никогда. Сейчас покажу. Вон, бачите, какая находка черная. Ну, кстати, телефон как бы осветляет. На самом деле тут чернее. Я и пробиглась. Правда, лифчик не беговой. Держала руками. Вон моя машина уже сейчас будет. Все. Хотела еще в одно место сходить. Я тут проезжала на машине и увидела осины, прям осиновая роща. Не доезжая сюда 2 км. Ну, блин, в следующий раз. Где-то треть рюкзака насобирала. Конечно, жалко. Если б маленький дождь, я и пришла, был маленький. Если б маленький дождь, то я б это... собирала. Ну, гад, я прям вся уже мокрая, прям аж хоть выжимай. Заболеть я не заболею. Доченька хочет грибов. Ей очень понравились жареные с картошкой. Сейчас покажу. В общем, это вообще-то парк в центре города. А ну-ка, тут что за грибы? Я уже около машины. Тут не страшно. Ну, я, по крайней мере, не боюсь ходить. Тут люди бегают, собачками гуляют на великах. Нет, тут нема грибов. Это красивый парк. Я сюда, если кто видел видео, я снимала, как я тут бегала в апреле. Тут еще снег был. Вон моя машина. Одинокая. Одинокая ветка сирени. Ой, с леса вышло, какой ветер. На-н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 а. Он, люди тоже на великах едет, шамашедшие. Я отваливаю зонтиком. Давайте покажу парк вам. Ну, мне вот этот парк больше всего нравится. Там дальше мост красивенький. И там вот туда не доезжая, я там видела осиновую рощу. Тут я... Ой, ветер поднялся. Тут с собаками часто гуляют. Ну, тут много у кого собаки. Все. Привет. Моя машинка. Сейчас печку включу. Сейчас укручу печку. Печечку, печечку. О! Сейчас покажу мой улов. О! Боже, бегла, вони бедні. Аж розета. Ну вот, бачите, такие грибочки. Грибка и грибка и грибочка. Аж повпинались. Это ж я бегла. Бачите, треть рюкзачка. Ну ничего, хватит пожарить. Али дам половинку. Все, показала вам, как собираю грибы. Бай. Фу, хорошо, что я... Это, уехала. Только села в машину, такое началось. Уже прошло. Ну,
ужас. Буря.